Но сегодня был добрый матч, да, начнем с позитива. Прониклись атмосферой, сегодня детишки работали корреспондентами, ведущими и так далее. На лед выходил парень. Да, проходил мимо, я видел интервью, мальчишка брал. Конечно же, символическое сбрасывание. Все это мы видим, все это чувствуем. Хотели порадовать болельщиков сегодняшнего игры. Но получилось, как получилось. Если говорить конкретно об игре, об игровых каких-то компонентах, что произошло, почему 0 заброшенный шайб? Игра не проигрывается, не выигрывается, когда 0-0. Надо играть с первой до последней минуты. Начали плохо. Первый период начали подстраиваться под их хоккей. Второй период, продолжение первого. В третьем начали пытаться там забить гол, пытаться давить. Но игра играется 60 минут, возможно, 65. Поэтому такой результат.